Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня мы открываем вот такую поняшу Лили Блоссом. Это такой у нас пегас, и у нее необычные крылышки. Такие вот стеклянные прозрачные крылышки, в которых есть водичка и блестки такие в виде лилии, как и ее отметка. Так, у нее здесь есть еще аксессуары. Это такая красивая голубая заколочка в виде розочки. Красивая светло-розовая расческа. Вот такие у нее красивые аксессуары. Давайте же поскорее откроем ее. Так. Вот так вот. Достаем ее. Вот тут это всякие предупреждения. Так, давайте аккуратно ее вынем. Аккуратно. Вот так вот, чтобы ничего не задеть. Так. Вот какая красивая пони с крылышками. Такая, мне кажется, она будет падать, потому что крылышки будут, ну, перевешивать ее. Хотя, может и нет. Вот. Она, ну, пока она стоит вроде нормально. Вот она, красивая. Сейчас достанем ее аксессуары. Вот ее расчесочка. Так, а вот и ее заколочка такая красивая. Вот такая у нас красивая пони. Давайте ее получше рассмотрим. Ее отметка в виде трех лилий. У нее есть сердечко, чтобы в приложении можно было бы с ней играть. Там My Little Pony, такое приложение есть. Там надо вот это сердечко как-то просвечивать или что-то типа того. Вот у нее крошки, вот смотрите. Сзади она выглядит, ну, как обычная пони. Кьюти-марк у нее только на одной стороне. Ну, вот такая красивая, вот ее глаз второй. Вот она такая красивая, пегас у нас. Она в мультиках появляется, ну, не слишком часто. Она такой нечастый персонаж там. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!